Спикер Палаты Нурлан Нигматуллин обсудил вопросы укрепления сотрудничества с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко, находящейся в нашей стране с официальным визитом. Отметив стратегический характер отношений между странами, Нурлан Нигматуллин подчеркнул, что высокий уровень двустороннего взаимодействия достигнут благодаря совместной эффективной работе, дружбе и взаимопониманию. Елбасы Нурсултан Назарбаев и президент России Владимира Путина. При этом Спикер Палаты акцентировал внимание, что первостепенное значение укреплению стратегического партнерства с Москвой придает и глава государства Касым-Жомарт Токаев. По словам председателя Совета Федерации, между странами существует многовековая дружба, взаимное признание независимости и территориальной целостности двух государств.